честно, да, мне трудно вспоминать какие-то именно вот непосредственно факты или как-то вот каким я был там 10 лет назад. Нет, даже не факты, детализации такой не надо. Но если мы говорим о развенчании одной из тем, то для меня это было действительно своего рода все-таки откровением когда-то, стало, вернее, не было, а стало откровением, и все больше подтверждений я этому вижу, что чисто религиозная мотивация в волонтерстве или в помощи ближним не работает. А чисто вот, религиозно, это вы что имеете ну, в виду? Ну, когда люди, приходя на собеседование, говорят, вот есть заповедь Божия, я пришел. И когда ему говоришь... То есть он пришел подолгу. Да, когда человеку говоришь, ну, заповедь Божия, это действительно все мы их знаем, или многие из нас их знают, и с большим уважением и доверием к этому относимся, но а что тебе до этого все-таки, вот тебе лично? И если человек не говорит, не может ответить на простой вопрос, а при чем здесь, собственно, он сам по себе, вне контекста чтения Евангелия или вне контекста... То есть как он себя видит в этой теме? Да, он говорит, вот... Я пришел, Господь заповедал, без добра нельзя спастись, что-нибудь вот в этом духе, то мой опыт общения с такими ребятами, мы, конечно, никого не отвергаем, безусловно, мы принимаем людей, в общем-то, с любыми мотивами, если эти мотивы не злые, не причинят вреда нашим подопечным, которым и так в жизни плохо, то, конечно же, принимаем, но опыт показывает, что эти люди очень быстро исчезают. Эти люди не в состоянии, тем более, создать системной какой-то работы с группой. Ну, для меня это совершенно очевидно. Понятно, что, как сказать, когда тебя здесь нет, ну, собственно, тебя здесь и нет. Есть какая-то, как сказать, декларированная заповедь. Вот, вот и все. Вот, вот это один из мифов, и мне бы хотелось, чтобы верующие люди всерьез об этом задумывались, если они хотят что-то делать для кого-то, кто рядом, то это должны делать они, вот они лично, а не потому, что им кто-то это приказал.